Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители, гости. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмеди Паук. Всем привет. Всем привет. И мы продолжаем свой сезон Заначка. Всем привет. Ой, я повторяюсь, не пофиг. Это угадай, у меня есть ботинки? Да, есть. Угадал. Потому что у тебя эти ноги идиоты. Ладно, нам нужны идеи. Да-да-да, сам добывай его. Слышь, не костюм. Ты же этот деревянный монстр. Дровосек. Ты где дровосек? Я вот на улице. Давай, дровосек. Что, подожди, нашу пальму только не срезай. Нашу пальму не срезай. Да не эту пальму, вот эту вот еще не срезай. Ага. Это наш символ, талисман наш, ты его еще срубишь потом. Так, ладно, я потом почему-нибудь займу. Так. У нас как-то с тобой мало ресурсов, надо побольше. Я хочу вот эти вот дырки вообще заделать. Не надо их, наверное, я делаю. Мы вот тут сделаем платформу вот такую вот. Да, вот такую вот. Такую вот. Такую. Короче, большую сделаем платформу. Я какой-то дебил в скайпе пишет, пофиг. Забанить его надо. Всех забанить. У тебя сколько досок? У меня 7. Я сейчас пойду. И что мы делать будем с тобой теперь? Я пока дылки заделал. Ну ладно, окей. Давайте помогу. Все, у меня уже больше нету. Ай, какая вот. Красота, да? Да еще один булыжник. Какая красота. Да я один булыжник. Тебе куда его влепить? Отойди. Сюда. Сюда вот он влепи. Так, все. Везде все влепил. Куда? Угу, все влепил. Теперь я хотела. На это. На клей-момент замазал. Так, подожди. У нас есть факелушки. Факелушки есть у нас. Факелушки. Так, вот сюда факелушек поставим. Отлично. Все прямо респект, уважуха вас, да? Давай будем теперь шашлык делать. Как настоящие. Не, подожди, кролики что делают? Едят морковку. Давай, морковка у нас есть. Ай-яй-яй, вот мы обезьяны с тобой, у нас даже морковки нету. Ну я-то минотавр, у меня надо. А, ну да, ты-то минотавр, ты полуминотавр, хрен знает кто еще у тебя сзади крылья, хотя я сам... Мне надо плоть. У меня у самого-то сзади крылья демона и душа ангела, наверное. Я посмотрю еще. Че прогоняй, какая у меня душа ангела, душа демона, конечно. Чего тебе надо? Так ничего. Кстати, мы скоро будем с тобой становиться бабе йогами. Йогами, чем? Короче. Йогами будем становиться. Короче, вот так садишься, смотри. Вот так. И так приседаешь. Оп. Оп. Оп, оп, оп. Оп, оп. Блин, у меня клавиши из-за тебя отошли, козел ты. Сейчас сюда на меня спереть. А на кого еще? Тут ты же со мной тут играешь, а не Вадимка там или еще кто-то. Забыл бы я и Вадимка на кого-то. То тогда я на всех бы спирал. Да, да, я такой. Типа, ты что, хочешь, чтобы я был виноватым, еще скажи? Ты хочешь, чтобы я был виноватым? А, братик? Да. Кстати, нам надо с тобой булыжничка добыть. Да? Ага. Чтобы сделать платформу, где я все буду изучать. Да, я же изучатель, наверное. Даже? Да. Ты чё встал-то, я? То тебя вообще не слышу, что ты балаболишь, как не знаю мы кто. Ты задолбал, ну тебе. У меня то же самое с тобой. В смысле?
типа, когда я разговариваю, то и ты разговариваешь, то мне тебя не слышно. Это, наверное, знаешь, из-за чего? Из-за чего? Да мне какой-то дебил в скайпе пишет, у нас с тобой сейчас такое, типа, соединение. Бывает же, типа, такого у нас постоянно с Вадимкой такая фигня. Если ты, например, пишешь, да? Да. То у меня интернет чик-чик, и все. Это, так, у нас есть железо? Железом? Есть штуки мало. Где ты? А вот он. Смотри, я фокусник. Худыщ. Как ты теперь давай йодами, штук? Йодами, давай, давай. Давай йодами. Как ты из трех штук сделал наковальню? Я же маг-чародей. Случайно, она в сундучке была. Ты что, не видел ее? Из трех железников сделал наковальню. Как ты это все вообще представляешь? Я не знаю. Иди сюда. Братик. Я это дело добываю. Да нафига оно тебе нужно, ты все равно нифига не умеешь строить. Иди сюда. Что лови. Мне дело нужно? Лови вон меч. Сейчас пропадет. Пропадет, говорю. Раз, два, три, четыре, пять, все пропал. У себя в руке пропал. А знаешь, как у меня рубиновый меч, когда у меня есть железный меч на 101. Он куча рубиного на 25%. Мало ли что с тобой случится. Я же это... типа за тебя волнуюсь. О, я, кстати, штанишки твои заберу. Шучу, они какие, говорят. Золотые? Да, золотые, они просто прикольные так. Заберу вас. Да отойди ты. Подожди, короче, пошли. Ух ты, подожди. Пошли в это, в пещеру. О, сейчас. Стой. Сам стой. Не, надо. Я факелочек сюда прилепил. И сюда прилепил. И сюда прилепил. Так, знаешь, что нам надо? Нет, не знаю, что тебе надо. Кровати. Кого? На кого наорать надо? Кровати нам надо. Мне показалось, на кого-то орать тебе надо. Это, и нам нужен этот самый. Чё самый? Ну, это самое читерское. А, компасик? Да. У нас же это компас, ребята, читерский стоит, который... Ну того. Вообще прям читерский. Ну да. Так это ж ты его установил, а не я. Тихо! не пали меня. Так, а где низ-то? Я не могу найти. Чувак. Ты нашел низ? Я сам не могу найти его. Давай, короче, спустимся моим способом. Копать вниз? Нет, конечно. Супер копать вниз. Иди сюда. Кстати, смотри, у меня щит есть. У тебя есть щит? А он деревянный. Ну и чё? А, железный. У тебя железный еще, скажи, есть? Нет, у меня нет. Ладно. Ты вообще... Вон, на чём мне надо жить? Иди сюда, я нашел. Чё? Вот чё. Говори, я молодец. Три раза. Я молодец. Да, упутай, ты молодец. Ты говори. Молодец. Да, вот, три раза. Я молодец. Да, я молодец. Заткнись. Говори. Лёша молодец, Лёша молодец. Саша молодец, Саша молодец. Ты сделал, а? Ты меня бизнес. Братик, факела. Конь. Слышь, факела. Да у меня почему... Стоп, подожди, у меня все прогружается, у меня все лагает. Факела, Вася. Сейчас ты у меня Васей станешь. О, как. Угадай, что я нашел. Зомби? Нет. Я нашел алмазный шлем на защиту 2. Откуда ты его нашел? Сундучка. Мне дашь. Братик, супер место. Именно то самое. Нашел именно. Ёлы-палы.
Меня опять убили. Вау, а чё он такой, это, читерский? У него горящие стрелы какого-то чёрта. Да ёлы-паны. Это ж нечестно, 2 на 1. У них как ещё какая-то броня. Я-то их завалил. О как. Помнишь собатик? О как. О как. О как. Стой, 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 ты где? Иди сюда. Я вот тут. Да, это нитки собираю. Братик, братик. Братик, а ты смотрел Дом 2? Да. А ты смотрел Дом 2? Дом 2. Нам нужна обожженная глина. Батик, ад. Этот как его? Этот. Ты что там делаешь, а? Без меня. Вот так. Слышь, его. И туда. Я скидываю его. А чё? Я с него баня буду. Тогда. Батик. Ты был. Вниз. Ты бы виноват был. Тут крыса. Сплинтер? Да, сплинтер. А, еще один сплинтер. Вали его нафиг. Еще на этом сплинтер. Ты мне вообще не помогаешь их валить. Да я даже не успеваю с тобой. Я не виноват. Че, под нами ад уже находится, получается, да? Да. О. Знаешь, какой у меня есть план? Удалить все наши серии и забанить нас на ютубе? Да. А чё именно на меня-то его? Ой, дверка. Батик, на. Чего? О, спасибо. Наконец-то у меня броня. Yes. Какого чёрта? Чё? Ты не сдох? Нет. Ты чё, я вип? А, паук! А! Да, вип ты. Братик, я тебя убил, что ли? Да. Извини. Это поплачешься. А, паук! Знаешь, это как-то было? Ты сейчас поплачешься. На кого я плакать буду, Саши? На тебя только. Ты где? Ты у меня маленький гном. Я знаю, у меня тоже я маленький гном. Везет. Да не ломай ты там ничего. Да ты зачем открыл проход? Они же сейчас. Ой-ой. У меня залагало тоже, да? Да. Это выпало, смотри. Виноград, я знаю. Блин, да меня задолбало. Задолбали они. Вас, кто тебя задолбал, вас? Они задолбали. Где будешь, Васа? Кто? Васа. Ах ты, кенгуренок. Лучше мне помочь. Че, обидно тебе, да? Не. Ну я тоже. Да у меня ничего нет, ты гонишь, как мы вообще тут там еще справляемся? А, у меня как бы. Ну как, меня можно зачаровать? Много чего есть. Не, нельзя. А то у меня есть виноград. У меня вообще ничего нельзя. Что можно зачаровать? Да. Может кверху? Не, не хочу. О, надо этот мечик бы зачаровать. Ёлы-палы, я инвалид. Баса, баса, баса. Ты неправильно говоришь. Ты сомневаешься в моем таланте говорить Васа? Да. Ты был вообще правильно. А, паук! Ты это, болван. Чё болван? Нет, ты должен был сказать, чё болван номер 2. Ты должен был это, найти сейчас шерсть, чтобы мы сделали кровати себе. Понимаешь? А чё я-то, Васа? Морковный сок. Я тебя найду, я тебя выжму. Да давай, я им кручу там мозолистый палец. Тихо. Я тебя запихаю куда-то. Куда? Да тебе лучше не знать. Потом 3 раза проверну и вообще напополам. О! Че там? Паук? Васа.
Васа, очень плохо, Васа. Хорошо, на букву З. Хорошо, чебуречная. Так, у меня палочка секунд не будет, потому что это зарядка самая. А, ну та самая, да? Так, сейчас. Там та самая зарядка со Шульдином. Все. И пропал Сашуля без вести. И ходили по миру легенды про Сашулю. Потому что он отправился за зарядкой. Да, это жестоко то, что Сашуля. Сашуля съела зарядка. Почему ты меня зарядка съела? Не знаю, я не думал, что ты так быстро вернешься. Не же это молния. Ну да, это точно, молния Маквин. Ах ты, ободранный Маквин. Сейчас, подожди, я к тебе ТП пропишу. Вас. Ты меня бьёшь? Не бросайся ко мне никогда. Там это апокалипсис пауков. Мальчик, у меня есть идея. Я бесплатный, отлажный, пойду к паукам и дойди, что-то ломаю. О, какой крутой мячик! А ты в курсе, что ты мог даже решетку не ломать? Я не знаю, что я не мог. Всех валим! Бежим! Да мальчик, все я там все стыл. Да вам, красавчик. Братик, бежим! Забивай этого зомби, бежим. Ёлда пала, сколько их? Зачем мы попёрлись вообще на этот этаж? Без ничего. Из-за меня. Батя, крутое место. Да-да-да, очень крутое. Реально. Ёлда пала. Вас. А у ёлды пала, нет, не надо, не надо. Батя, крутое место и уступил крутое место. О. Я, скажи спасибо, я железка нашел. У меня походу... Батик, ты боишься, батик? Да сейчас все нормально. Я тут бегаю. Батик, ты же тот самый батик, ты должен быть. Нифига, что из этого выпало, ты бы знал. Баса, два походу, алмаза. Вот этот вот сенсей или как его там? Сплинтл? Да-да-да, сплинтл. Из него... Адское, короче, все адское выпало, уголь и железо вроде. Прикинь? Чё всё адское? Ну, в смысле, адский кирпич, песок душ, адский камень. Ничего, да он это... Мэн. Не это, бомжало. Кстати, пора заканчивать. А сколько мы снимаем? 18. А в тот раз мы сколько снимали? 25. Ну вот. Считается с интро, то тогда 26, ну где-то так, плюс-минус. Ну вот. Чё, давай закончим? Сейчас мы дольше заснимем. Сейчас я тут все сундуки облутаю и потом будем заканчивать. Ну ладно, давай. Я пока все скидаю. У нас, кстати, с тобой 16 железа и 5 золота. Плюс 23 железа. 23, вау, просто красавчик. Нам бы с тобой... Это. Нам надо было с тобой на втором этаже найти шерсть. Потому что оно либо на втором, либо на третьем. Четвертый это вроде уже ад, да? А, да. Так. Да, сейчас да. 35 железа. Все, давай заканчивать. Стой. Чего стоит? Не время. Надо сундук сделать. Батя, время приключений. Да. Фина и Джейка. Я так сказать, приключения на свое заднее место. Вот тебе заднее место. Это... О! Я теперь кролик, наконец-то. А не, подожди, давай его лучше посадим. Как настоящие кролики. Вот кстати, я еще изумруд нашел. О, как. 7 алмазов. Значит, радар знаешь, биомов? Что это значит? У меня радар биомов есть, понял, да? Вот тыкни на изумруд и посмотри его, этот, как его, крафт. Вот. Так,
И чё? А, вот, отдал биомов, да. Биомов, да, прикольно вылезет. Потом его сделаем. И... Да, жителей сделаем. И жителя тоже мы сделаем, просто обязательно. Ну чё, пора заканчивать? Знаешь, я чё, на чём я чё нашёл? На почности Ростота Апия. Где? Небесная кара, заговор огня 2. А? Небесная. Где Ростота? А, мой. Вот. Прикольно, кстати. Ростов. Ну чё, давай. Так не, я сначала сделаю одну вещь. Давай закручивай. Кролик. Давай за кроликов заканчивать. Ау. Сейчас. Жаба. Паучок, давай заканчивать. Стой, я что-то не понял. А, ты инвалид, я тебе скажу. Не, а где железный щит? Какой железный щит? Давай я тебе потом сделаю его. Эй, чувачок. Вот нашел. Чего? Все. Сейчас сделаю. И все. Я хочу, кстати, мороженка потом сделать. Так, так. Потом мороженое сделаем. Вот так вот, а васа. 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 Что ты сделал? Васа. Ну что ты сделал? Васа. Да ты, блин, сдолбал. Что ты сделал? Скажи уже. Щит железный. А, я просто не вижу. Не, он тебе не показывается. Ну-ка, что у тебя сзади на спине? Сними, сними броню. У меня топор, да. Потому что в первом слоте. У меня. Ничего. Крылышки. А теперь? Ничего, крылышки. Ну чё, давай, заканчиваю. Ребята, короче, ну, вы уже поняли того. Того или не того. Сезон называется, кстати, заначка. Я вообще не знаю, почему мы так назвали, но зато спешно, да. Да, вообще. Давай все. Давай вместе положим. Аха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 хah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 
Взял вот сюда, прихреначил. А у меня просто не... нет еще. Все, поставил я уже. Ну все, ребята, короче, подписывайтесь, наверное. Кто не подписан. Ставьте лайки, короче, наверное, тоже. И всем... Кто не поставил. Всем приятных шмелят, наверное. Или нет. И получат, наверное. Да? Пауки шмели не будут приятными. Ну да, ну тоже верно. Вдруг они станут этими, как Нянкэт, и будут спасать мир. И такая музычка. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. А, всё, пауза кончилась. Да-да-да, прикинь, у них сзади, из заднего места будет радуга идти. Музыка Нянкэт. Кстати, скачаем мод на Нянкэт. Хорошо, обязательно, брат, скачаю потом. Свина Нянкэт. Через 10. Лет. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока. Пока.